Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов призвал жителей республики проголосовать и выбрать общественные территории для благоустройства. Уже порядка 32 тысяч граждан проголосовали за региональный объект, который участвует в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. В этом году уже ведутся работы по благоустройству общественных территорий, которые жители республики выбрали в прошлом году. Сквер Победы в Усть-Жигуте, аллея по улице Красноармейской в Черкеске, пешеходные зоны в Тиберде. Совсем скоро приступим к реализации конкурсного проекта «Малого пруда» в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесск. И также благоустройство парка в Медногорском, аллеи по улице Ленина от Пушкина до подъездной дороги к парку «Зеленый остров» в Карачаевске, отметил глава региона. Также голосование продлится. Также напоминаем, голосование продлится до 30 апреля включительно.